Выставка ульяновского художника Евгения Шибанова открылась в галерее «Классика». Сам мастер на свой же вернисаж приехать не смог, зато приехали его герои – простые деревенские мужички и настоящие русские женщины. Автор выставки окончил Горьковское художественное училище. Там мастер почерпнул необходимые теоретические знания. В эпоху перестройки он уехал в село Молвино Теренгульского уезда Ульяновской области и стал жить в деревне. И вот этот синтез академического искусства и народного, народной жизни, жизни среди тружеников, среди людей, которые работают на земле, вот получился такой синтез искусства. Его герои – деревенские жители, у большинства из них есть реальные прототипы. Здесь и трудовые будни с кувалдой в кузнице или с граблями в поле, и редкие часы отдыха. Огромные ладони, огромные стопы ног, которые прошли не одни километры. Вот, то есть любование человеком, настоящим человеком, человеком труда, на котором держится мир. Направление, в котором работает Евгений Шибанов, искусствовед, определяют как гротескный реализм. Немного причудливые образы, но очень настоящие и колоритные. Почерк этого художника не перепутаешь ни с кем. Очень интересный художник. Просто тут и наивность какая-то, и реалистичность. Понимаете, как-то немножко хохма, как говорится. Кажется, что полотна Евгения Шибанова пропитаны не только маслом, но и самой добротой. Те, кто знаком с художником, лично рассказывают, что он очень позитивный и жизнерадостный человек. Получить свою порцию добра может каждый ивановец, собственным глазом оценив живопись ульяновского художника. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.